от штаба артбригады. Мы пройдем к столовой. Да, штаб артбригады, войсковая часть 50-346, ранее войсковая часть 47-279 до артбригады, здесь дислоцировалась, здесь же дислоцировались войсковые подразделения войсковой части 50-319, а также 25-477. Это все Алтыслагерь. Вот что это столовая. Мы стоим под крышей, где штаб и санчасть. Вот колоннада. С этой стороны это штаб. А здесь санчасть и узел связи. Прямо клуб. Да, мы уже определились, мы пойдем к столовой. Через плац строевой. Сегодня 5 октября 2024 года. Велосипед пусть постоит. В холодке, так можно сказать, холодок. Вообще прохладно. Сейчас 12 градусов тепла. Шиповник прямо тут на крыльце. Что это крыльцо? Крыльцо, конечно, крыльцо. Как уж так называть? Вот он тут вырос, в этих щелях. Пустил корни. Шиповник. Вот он как хорошо тут себя чувствует. Тут ступеньки. С этого крылечка мы спускаемся. Пошли сюда, в столовую. Через плац. Вот столовая. Сейчас мы немножко присмотримся к ней. Вот. С правой стороны была трибуна. Вот здесь. Там же шиповник вот тут произрастает. Вот он. Тут он щуплый. Только сейчас начинается вроде как дожди. Все лето и начало осени дождей не было. Все сухо. Сегодня был в лесу. Ну, на полигоне. Сухо. Кроме того, что поблизости многое сгорело. Ну, буквально сгорело. Были пожары в летний период. Да и вот мы перешли. Вступили на плац строевой. Это плац. Опять попадается нам шиповник. Прямо. Направо две казармы. И там дальше стадион. Посмотрим в ту сторону. Шиповник вырос на плацу. Вот мы туда идем с вами от штаба. Да, вот по ту сторону две казармы, справа и слева здание казармы, а прямо стадион. Пасмурно, где-то там далеко пробивается солнце. Вот с левой стороны, там уже расположение войсковой части, 42-030. Но прежде тут был забор. Тут культурная композиция.
это плац. Здесь он зарастает, плац. Вот этот вьюнок какой-то. Видимо, ветер принес семена. Растет не вверх, а стелится по земле. Столовая прям. Уже дело к ужину. Да, времени сейчас 5 подходит. 17 часов скоро будет. Еще один куст шиповника. Прямо. Вот здесь, перед столовой, перед зданием было. Орудие стояло. Артиллерийское орудие. Давно, конечно. Все это было давно. Да, еще раз на штаб. Вот этот там штаб. Штаб и санчасть. Такая трава высокая, это выше, чем. Да, до бороды. Мы этот, эту куртину это часто видим. Это ежевика, так разрослась. Ну, погодные условия были для нее плохие. Урожай был не очень. Засыхали быстро. Тут мы не пролезем. Или пролезем. Тут порылись кабаны. Попробуем пройти. Вот там открыто. Ну, это будет в следующий раз. Зайдем туда. О, мы с фонарем. Мы тут вот, у нас фонарь всего. Заглянем. Если у нас можно свет зайти, мы заглянем. В зал приема пищи. Ты что, заблудился? Запутался. Снежная ягода. Все объекты на территории, это, опять же, повторяюсь почти каждый, в каждом видео. Объекты признаны памятником архитектуры и снесены не будут, как планировалось ранее. Вот столовая. Во всех помещениях мы были с вами. Подвальная, чердачная. Ну, заглянем сейчас их в столовую. Перед ужином. Там у нас за этими кустами плац и штаб. Штаб, санчасть. Здание казармы. Вот. Грибы, ребята, смотрите. Это коровник. Да, нас не интересует. Хоть бы хороший был, мы бы тут их, конечно, не трогали. Коровники, появились грибы. Кстати сказать, штук 5-6 нашел сегодня подосиновиков. Молодые подосиновики. Только начинается рыбной сезон. Здесь. Поздно, очень поздно. Попробуем заглянуть. Фонарь у нас с собой. Главное, замок висит. Вот замок. Заходи. Что мы сделаем сейчас? Вот тут мы были с вами.
как и здесь. Мы зашли. Это зал приема пищи. Свет. Включаем. Включили. Свет. Большой зал. Надо еще учитывать, что на втором этаже еще есть помещение подобного рода. Зал приема пищи. Ох, фонарь мой хваленый кончается. Лампочка красная горит, все. Кирдык. Быстро стал садиться аккумулятор. Вот здесь за стеной. Там уже крыльцо казармы, которое мы видим. Поближе к стадиону она туда. Я думал, тут что-то написано. Вот. Длинный зал. С правой стороны варочный цех и другие цеха. Вспомогательные помещения. Столовые. Да, и такого было много, конечно. Вот тут как потолок сделан. Пластик, по-моему. Да, это пластик. Варочный зал. Или цех. Котлы стояли, сковородки, шкафы. Духовые, духовки. Может, они стояли. Вот это вот приспособление, это были лифты изначально. Это лифты были. Поднимали готовую продукцию на второй этаж. Здесь можно подняться на второй этаж. Что мы с вами и делали. Вот тут. И туда. Вперед. Да, включается у нас фонарь. Вот тут написано «Чвырёк». Чвырёк. Чвырёв, видимо, оставил надпись потом здесь. Или панели были, или чем-то было зашито. Да, Чвырёв. Вот туда так же. Но там уже посудомоечные дела. С правой стороны будут. Я говорил, вспомогательные. Там уже опять подняться на второй этаж. Да, посмотрели. Мы пришли сюда от штаба. Это, можно сказать, перед разводом. Это мы походили с вами. В конце видео походили по залу приема пищи, где питались подразделения войсковых частей.
47. Выскочил из головы. 50-346. 50-319. Да, 47-258. 47-279, извините. Что это у меня с головой? Побыли мы в столовой, в зале приема пищи. Пришли мы от через плац от штаба. Вот оттуда. До свидания, до новых встреч. Вот и снаги.